Взрыв в жилом квартале. Такой вариант развития событий нельзя было исключить, когда на местной дороге, прямо под окнами пятиэтажки 5417, загорелся припаркованный ВАЗ-2104. Клубы черного дыма за считанные минуты окутали ближайшие дома, заполнили дворы. Приехавшие пожарные сработали оперативно, но спасти удалось только металлический остов. Остальное сгорело. Особую опасность представлял для окружающих находящийся в багажнике машины газовый баллон. Он мог взорваться в любой момент, но до этого дело не дошло. Хозяина четверки прибывшие полицейские уже установили. По словам же очевидцев, машину он бросил тут открытой. Ну, есть здесь багажник, да, вот ему там начало гореть, потом везде вот здесь все начало. Да. Потом внутри, потом туда дошло, тут все начало гореть. А потом тут немножко тут начало что-то лопаться. А мы вчера даже в нее заходили. Да. А сегодня утром мы когда вышли, оно уже горело. Истинную причину возгорания установят эксперты МВД, которые также прибыли на место происшествия. Если учесть тот факт, что под капотом даже не было аккумулятора, версию о замыкании проводки можно серьезно не рассматривать. Не исключено, что это мог быть поджог.